Ну, всем привет, с вами я, Александр Новосов. Сегодня я буду играть в Warface, 13-я часть. 13-я часть, короче, мы играем сегодня в Warface Зенит. Извиняюсь, что я сейчас ем, просто там поесть надо. Потому что я еще долго, ну, я точнее долго играю уже. Это все на стриме происходит, ребят. Так что, ничего то, что я поем, ладно? В Колорадо у нас были огромные бункеры. Комплекс в горе Шайен предназначался для пары тысяч человек. По слухам, у китайцев есть убежище под Шанхаем, куда можно уместить до 100 тысяч. Но эта крепость, там хватит места для полумиллиона жителей. Анализ чертежей крепости показал, что оптимальный вариант – проникнуть внутрь через базу снабжения. Захватите ее. Внимание! Цель артиллерии отмечается красным дымом. А побежали. Нам нужна информация, чтобы попасть внутрь, но их защита блокирует нашего червя. Найдите терминал. Придется получить данные через прямое соединение. Нечего. Завали. Сука! Чуть не убил. Так. Стрелок Опа. Убит. Повторяю, Чисто. Стрелок убит. Дальше что? Сливальщик, понятно. Команда слива. Брат? Что мы имеем? Блэквуд доставляет припасы в крепость с помощью конвейера. Можно это использовать? Конвейер не будет работать без энергии. Надо найти и включить все три генератора. Найдите три генератора. Осторожно. Задолбали. Но!
Включаем генераторы на полную мощность. Прикольно. Так, значит, чё? Идём вниз. Сначала вниз. Я сюда вуку. Точное попадание способно уничтожить траншею. Имейте это в виду во время штурма. Не дайте отрубить генераторы. Конвейер включен. Ваша задача удерживать генераторы, пока не появится платформа. Платформа скоро будет. Солдаты Блэквуд пытаются уничтожить генераторы. Остановите их. Пулемет противника! Ну жопа чё?
был я, Александр Нубасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.